Небольшое село Доньшино в Белинском районе вновь привлекает внимание тысяч гостей. Уже не первый год здесь проводят один из крупнейших в регионе фестивалей народной мордовской культуры. И с каждым разом масштаб праздника только растет. На самом деле этот фестиваль уже превратился в праздник, событийное мероприятие нашего региона, которое узнаваем уже далеко за пределами Белинской области. Сегодня гости у нас с Белгородской области, с Воронежской области, с Республики Мордовия, с Москвы. То есть со многих регионов приезжают гости именно для того, чтобы посетить этот фестиваль. Уже пятый раз проводится такое грандиозное событие. Такой фестиваль дальше. Вы посмотрите, сколько людей, сколько молодежи. Это воспитание молодежи, это патриотизм, это Россия, это наша Родина. Программа фестиваля насыщенная. От спортивных состязаний до выступлений местных и приезжих творческих коллективов. Их контора, ань, колмы, колма угелек. Выросли мы. Это второе поколение. Идут третьи, вот подготовит Катерина Ивановна третий вот школьников. Так что у нас весело, весело, очень хорошо. Любим петь, плясать и кое-когда и поплакать. Очень красиво. Я приехала с Москвы и каждый год приезжаю. Нам очень нравится. Сама родом я отсюда. Зимой приезжали, зимой приехали. Ну, здесь только животных посмотрели. А потом узнали из прессы, из телевидения, интернет, великой силы. Прочитали, приехали. Но не пожалели? Нет. Нет, конечно. Нет. Как отмечают в региональном министерстве культуры, это только начало фестивального сезона в Пензенской области. Впереди Лермонтовский праздник, Сабантуй и многие другие события.